Ежегодно в четверг шестой недели по Пасхе весь православный мир отмечает один из 20 праздников церковного года – Вознесение Господа Иисуса Христа. В этот день правящий архиерей Клинцовской епархии епископ Владимир совершил праздничное богослужение в храме святого князя Владимира поселка Клетня. Название праздника отражает суть события. Это вознесение на небо Господа, завершение его земного служения. Господь в своем лице вознес к престолу Бога Отца человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Он открыл каждому из нас возможность во всеобщем воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Всевышнему. Господь призывает всех нас вознестись от земли к небу. Все наши устремления, помыслы и желания должны иметь в первую очередь духовные цели. Ведь плоды земных устремлений – это зависть, гнев, раздражение. Они приводят к смерти. Духовные же устремления приводят человека к любви, состраданию, милосердию и, как следствие, к спасению. По вознесении Господне, братья и сестры, Царствие Небесное открыто для каждого из нас. И мы с вами, как верные чада нашей Церкви, получили обетование Духа Святаго. И ныне Его Царствие, Духа Святаго, Его благодать действует в Церкви, просвещает и направляет каждого верующего на путь спасения. В праздничный день Владыка Владимир вручил архиерейские богословенные грамоты тем, кто потрудился на благо Церкви и общества. А по окончании богослужения совершил чин освящения строительства нового храма в честь иконы Божией Матери, именуемой Всецарица, поселка Клетня. Все, кто воздвигает храм, кто помогает, тому и Господь открывает Царство Небесное. Тем более мы сегодня освятили в такой большой праздник Вознесения Господня. И вместе всем миром, соборно, я надеюсь, скоро будем служить уже в этом прекрасном храме. Храни вас Господь, помощь Божию.